Новый год – время волшебства. В этот раз тебя ждут целых два волшебных подарка. Мега-блокбастеры «Хроники Нарнии» и «Гарри Поттер и узник Азкабана. 15 секунд для текста до ебени. Год – время волшебства. В этот раз тебя ждут целых два волшебных подарка. Мега-блокбастеры «Хроники Нарнии» и «Гарри Поттер и узник Азкабана». Азкабана. Я понял, блядь. То есть думать куда? Говно ебаное, блядь, эти Гарри Поттеры. Сука, их стрелять надо, блядь, ебаное. Язык, блядь, поломаешь в трех местах, блядь. Заебешься с большой буквы «З», блядь. Поехали. Новый. Суки. Ой, бляди грязные. Ой, ладос. Поехали. Новый год. Это охуенно. Это просто пиздец. Петарды, пьяные мужики. Да я ж грязный, не мудрый, бляди. Новый год. Новый год. Время волшебства. Сука, блядь. Поехали. Мой рэп. Это тема, то, что надо. Слухай сюда, народ. Лежащий на кровати дома нехуя ловить. Возьми свои вонючие носки, надень ботинки и иди туси, не думай сильно и много не пизди. Возьми лапы, возьми подругу за руку, послушай музыку. Не на Арбате, забей косяк марихуан. Пригласи свою на пати. Это Москва, а не Нью-Йорк. Это я, Блёв, а это Димену. У вас много секретов. Опять начал курить сигареты, потому что мягкие. По 6, он меня уже задолбал. Потому что ты поймешь не сразу. Все будет клево, когда ты поймешь. Специально для конференции «Атлас» передаю привет всем своим соратникам из города Дубай. От подножья небоскреба Бурдж-Халифа. Don't.
Дорогая конференция Атмос, приглашаю вас на деловое собрание спустя примерно 30 лет вот в этом месте. Всем привет! Вы знаете, какой сегодня праздник? Когда мы вам сыграем нашу новую песню? А, нет, Христос воскрес! Христос воскрес! Громче, Христос воскрес! Тогда мы вам сыграем нашу новую песню под названием «Название придумаем вечером». У вас как дела? Песня о том, что есть люди, которые пьют, а есть кто курит. А есть кто и люди, кто не пьют и не курят. А есть, если они не знают Иисуса Христа, то их жизнь пуста. О чем вообще речь? Там, блядь, это сзади с номером хуйня пришита. Раз, блядь, все, патч, два, и на кармане вот этот компас ебаный на 83. Да, все. Все, чувак, что еще? Что не так? Все, на оригинал, все, отъебись. Да что ты, блядь, пиздишь, ты не знаешь даже нихуя. Все, до 48-го коллекции вообще нихуя не знаешь, какие модели даже были. Ты что, тоже тут пасть. А вот эти обзоры сейчас... Дешевка лазит нормально, я на ней. Слышишь, оказывается, эти шпицы их в Таиланде разводят. Да, тянешь, пошла, а потом... Не, ну я так что сделал, не буду, не. Ну рассказывай, знаешь, историю, я... Историю одежды. Может, и дизайнером надо быть, а ты здесь, у тебя такой задаток, я... Бирку там придумаешь. Если я буду дизайнером, я буду делать только тросики для таких парней, как Константин. Почем ты будешь продавать? Ну сколько, Костя? 100 евро. 100 евро. Вот 100 евро. Сам будешь шить. Ручная работа, да? Из своих старых стонов будешь шить. Камуфляж. Ну вот из этих блоков. Камуфляжная расцветка, шкура леопарда. Ты видишь, чернильница будет шить, как и он.
Мужик срывается с 14 этажа, летит вниз. Где-то на 10-м его хватает рука и говорит: в рот возьмешь? Он говорит: нет. Рука отпускает, он летит дальше. На 7-м этаже его другая рука: хуяц, жопу дашь? Он говорит: да что вы. Рука отпускает, он летит. На 4-м этаже его хватает рука. Он кричит: и в жопу дам, и в рот возьму. Голос из-за окна: ёб твою мать, тут выпить несколько, а тут только пидоры летают. Я согласен, что «Дом-2» — это для меня передача, где люди вообще не владеют языком. То есть они по-русски говорить не умеют. Образование у них ноль, мозгов на одну пункцию. При этом это подтверждает и вот девушка Виктория, она уже третья, с кем я общался. Это дебильное шоу для дебилов и для сотрудников ДПС, как тут выяснили. Только они смотрят. Ну еще Михаил Веллер, ну он немного смотрит, правильно? На самом деле я тоже пару раз смотрел, но меня не хватает, чтобы 3 минуты просидеть, просмотреть. Меня просто бесит. Секс будешь? Ярик, водила. Водила, привет! Ярик, я не подкинул, что у меня яйца, блядь, вообще.
нахуй, ты заебал. Так, Никита, сейчас мы тебя будем фотографировать на фоне Санкт-Петербурга. Сейчас, погоди, я ноутбук. Сейчас. Все, Никита, фотографируй. Все, Никита, фотографируй, давай. Вот он, фоне Петербурга, земляков. Вот он. Вот он какой. Что я ем с утра? Я сделаю себе овсяной каши. Я типа намочу горячей водой коробу, она станет мягкой. Я смогу съесть ее, да? Часть я съем сразу, часть я возьму себе на работу. Я возьму себе горячие орехи, курагу. Салом. Получается, это как бы много жиров, как бы это быстрые углеводы. Я как бы наедаюсь и как бы сразу перекусываю, получается, мне плюс энергия, плюс силы на как бы наставшийся рабочий день. Сегодняшний деконструктор мы посвящаем тайному визиту в Москву известного электронщика-шизофреника Ричарда Ди Джеймса, известного больше под кличкой Apex Twin. Я не начинаю. Я тебе сказал, да, останусь, Серега. Ты говоришь, не куда надо. Останешься? Я куда? Куда останешься, блядь? Где ты был, блядь? Где ты был? И чё? Капец. Да ты на станции был, ты на центре остался, блядь. Дай я посмотрю, что ты сделал. Дай я посмотрю, блядь. Мне просто интересно, блядь. Просто интересно, что ты сделал, блядь. Что ты там на центре сделал, блядь. И что ты сделал, блядь. Вот, блядь, просто интересно, блядь. Кого ты там нагибал, блядь.
просто, кого ты набивал? Кого ты наебал? Ты, блядь, один шот дал, блядь! Вот ты молодец! За его один шот, блядь! Ты молодец, блядь! Ты супер, блядь! Кто молодец? Кантонный молодец, блядь! Все, удаляю он нахуй! Все, он с нами играет, блядь! Счастливо, блядь! До свидания, ребят! До свидания, блядь! Она проглотила ругань, проигнорировала и не сердилась на этих людей, мол, они психически больные. Но выходишь наружу, говорят, Обама коммунистический, социалистический урод, как ей там еще, нигер, да что угодно. Игнорируй это, такое вот у человека состояние. Я сомневаюсь, что он спросит, а что ты думаешь о моих взглядах на Обаму? Спросит? Чтобы спросил, что ты думаешь о моем предложении? Или что ты думаешь о проекте Венера? Если скажет, он не сработает, но мне тут нечего ответить. А скажет, твои круглые здания нефункциональны, это уже диалог.
Скажем, у тебя слишком узкие дороги, а электрогенераторы не справятся с освещением. Вот это я понимаю. Но мне нечего ответить на слова «Быдло ты ебаная, бля!» Ah!
Мне нахуй такой гонг нужен, который на одном твинке, на втором, на третьем, блядь. Ты свой аккаунт возьми и дави его, дави, играй на нем. Играй на нем, как я, тащи на нем. Нахуй твинки создавать, у которого 5 боев, блядь. Нахуя он тебе нужен? 5 боев, блядь, сегодня твинк мне говорит, возьми меня. 5 боев на твинке, блядь. Нахуя? Нам такие твинки не нужны, блядь. Взял свой аккаунт, играй на нем. Чтоб я тебя больше на других аккаунтов не видел. Вот этот аккаунт взял и пошел в бой. Погнали, все готовы ставим. Не вижу, Леша. Я тоже пойду отомлю. Bad, right? Hold on. Папич, а.к.а. Виталий Цаль, а.к.а. Виталий Гранака. Кто же он? Житель Винницы, в скобочках Венеции. Стример, герой нашего времени. А, стоп. Не слишком ли громкие слова? Я думаю, что самые подходящие. Меня зовут Даниил, и сегодня мы вместе с вами разберемся, кто же такой Папич и за что он так любим.
наблюдаем, он принадлежит к тому микроскопическому проценту людей, которые могут назвать себя счастливыми. Это и делает его любимцем миллионов. Мне совершенно не обязательно, увидев дачный сортир, идти и засовывать туда в очко голову, чтобы выяснить, что оттуда пахнет говно. Вы говорите здесь о такой культуре, все такие начитанные, я такая глупая, я соглашусь с вами, окей, без проблем. Только вас люди не понимают почему-то. Смотрел, но моя мама заставляет меня смотреть «Дом-2» для того, чтобы мы могли видеть, что нужно делать, а что не нужно делать, чтобы могли учиться на ошибках других людей. Евгений Исупов. Ну, что сказать в данной ситуации? Разве что соси хуй. Давай. Не пугайся.
рассказать отцу анекдот. Папа Карло посадил дерево, из дерева выстрогал сына, а из сына построил дом. Вот видишь, как надо, папа Карло, настоящий мужик. Отец ему с некоторой обидой отвечает: а я, по-твоему, чем хуже? Я ведь тоже самое делаю. Вот у меня сейчас как раз в процессе превращения из дерева в сына, а потом я на тебя ипотеку оформлю. Как раз. У меня сейчас как раз в процессе превращения из дерева в сына. Я уже не выдаю. Ты куда? Вот тут пидорас голодный.